Бой с тенью, работа на лапах и отработка ударов на мешках. Такие тренировки – это будни молодых спортсменов. Минута на перерыв, и все по новой. Чтобы добиться серьезных результатов, юношам нужна дисциплина. Именно она и еще спортивное рвение привели ребят на пьедестал. Среди 150 спортсменов наши нефтеюганские ребята взяли две почетные награды. Третье место в своей весовой категории привез Рамазан Мамакаев, а золото взял 13-летний Григорий Зубик. Гриша как бы был вообще готов очень хорошо. В первом же раунде два нокдауна сделал и ввиду явного преимущества одержал победу. Но есть еще нюансы, над которыми надо работать, там передвижение ног, там на серии ударов, над комбинацией немножко. Григорий провел три боя. Как говорит сам боксер, соперники были серьезные. Ему противостояли спортсмены из нашей делегации, Свердловской и Челябинской областей. В финале я сражался с боксером из Челябинской области. Он был сильнее меня физически. Хотел как бы сломать меня сразу. Сразу бой начался, он на меня сразу полетел. Хотел меня как бы забить, но я сориентировался, сконцентрировался, держал его на дистанции и... Ну и так получилось, то, что пропустил он удар по печени, начал у него с дыханием быть плохо, ну и я его добил. Сейчас у молодого человека ежедневные тренировки. Григорий и его тренер готовятся к новым победам на первенстве страны, который состоится в городе Анапа с 19 по 26 марта. Виктория Дрягина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».